Шеф-повар Максим Григорьев. Салат с вешенками и курицей. Вешенки в наши дни стали довольно популярными грибами. Хозяйки используют их для приготовления всевозможных блюд. И салаты тут не исключение. Вешенки используются при приготовлении салатов в маринованном виде, а также в жареном и вареном. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Вешенки 200 грамм. Куриное бедро – 1 штука. Лук репчатый – 1 штука. Майонез – 3 столовые ложки. Масло подсолнечное рафинированное – 2 столовые ложки. Огурцы соленые 100 грамм. Перец черный молотый 0,2 чайной ложки. Соль 0,2 чайной ложки. Шаг 1. Для работы нам понадобится куриное бедро, вешенки, майонез, репчатый лук, соленые огурцы, соль, черный молотый перец. Шаг 2. 100 грамм огурцов нарезать мелкими кубиками. Шаг 3. Вешенки, 200 грамм, очистить, отварить до готовности. Отвар слить. Шаг 4. 1 луковицу очистить, порезать и обжарить на подсолнечном масле, 2 столовые ложки, 3-4 минуты. Добавить подготовленные вешенки. Шаг 5. Жарить, помешивая, до испарения влаги, приблизительно 5-6 минут. Приправить солью 0,2 чайной ложки и черным молотым перцем 0,2 чайной ложки. Охладить. Шаг 6. 1 куриное бедро отварить до готовности. Кости удалить, а мясо нарезать небольшими кусочками. Шаг 7. Соединить соленые огурцы, подготовленное мясо, лук с вешенками, майонез, 3 столовые ложки. Перемешать. Еще раз проверить на соль. Шаг 8. Салат с вешенками и курицей готов. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.